Городская администрация продолжает следить за выполнением работ по облагораживанию зон отдыха мурманчан. Стараются, чтобы было комфортно представителям всех поколений. Рабочие приводят в порядок памятники, высаживают газоны и выкладывают новую тротуарную плитку. В сквере рядом с театром Северного флота работа идет вовсю. Выкладывает серо-желтую тротуарную плитку. Но только ею дело не ограничится. Здесь обустроят аллею памяти. Высадят 20 голубых елей и установят мемориальные камни в честь мурманчан, воевавших в горячих точках. Далее здесь будет установлена детская площадка. Тоже в таком военном стиле, можно сказать, будет большой корабль установлен, вертолеты. Ну, может быть, еще какие-то машины. Будет облагорожен наш существующий уже памятник афганцам. Дальше будут установлены постаменты с именами. Повезло не только пространству театра Северного флота. К столетию Мурманска в городе будут облагорожены все 42 сквера. Работы уже ведутся возле драматического театра, памятника ждущей на улицах Воровского, Хлобыстова, Марата, Сафонова и профсоюзов. Это первый год, это, так сказать, первые ласточки. Дальше будут облагораживаться все остальные объекты. Какие-то стратегические объекты важные, да, Северный флот, какие-то уже просто требовали этого ремонта уже просто. Ну, старались каждый административный округ охватить и сделать приятно. И облагородят наши парки. Особая зона – набережная у Семеновского озера. В мае там открыт новый парк развлечений, а ко дню города установят скульптуру кота Семена. Но основные работы запланированы на следующие 3 года. Ведь это место будет ключевым в праздновании столетнего юбилея Мурманска.